Пока Евросоюз ставит неудачные эксперименты на экономиках своих участников, в Японии власти добились определенных успехов благодаря четко сформулированной монетарной политике. Напомним, что в начале апреля 2013 года правительство страны приняло решение об увеличении денежной массы путем покупки Центробанком гособлигаций на сумму 73 миллиарда долларов ежемесячно со сроком погашения 40 лет. Также банк продлил действие фонда помощи финансовым институтам, пострадавшим после землетрясения, на еще один год. Чуть позже в Японии утвердили долгосрочную программу восстановления экономики, так называемую «третью стрелу», суть которой заключается в привлечении иностранного капитала в страну и улучшении инвестиционного климата. Анализ статистики после принятия программы показал значительное улучшение в экономике страны. Важной новостью для инвесторов стали данные по динамике ВВП. В первом квартале 2013 года прирост предыдущему кварталу в годовом исчислении составил 3,5%. Для сравнения, в четвертом квартале 2012 года рост был равен всего 1%. Успехи отмечают и сами японцы, в частности, глава Банка Японии Курода. В этой связи политика смягчения будет продолжаться до достижения целевого уровня по инфляции в 2%. Для инвесторов это прежде всего сигнал к покупке пары доллар-иена. Мы определяем ее потенциал в 110 йен за доллар до конца 2013 года. Текущая коррекция – хороший повод купить актив по привлекательной цене.